Друзья, привет! Нахожусь на очередном из наших объектов. В рамках реконструкции кровли в настоящее время приступили к устройству пароизоляционного слоя. Мы применяем вот такой вот необычный, нестандартный материал. Это у нас пароизоляция от компании Проклима. Материал называется Entela. Что в ней необычного? Вот этот материал имеет варьированный показатель SD. То есть таким вот образом, допустим, в летний период времени за счет изменения показателя SD у нас конструкция вся внутри будет дышать. И если какая-то влага будет внутри конструкции, она, соответственно, за счет диффузии водяного пара будет у нас выходить вовнутрь помещения. Вот такой вот интересный материал с необычными свойствами. Ну а устройство выполняем по стандартной схеме. Перехлесты все проклеиваем с помощью мультибенда. Места крепления скоб. Места крепления саморезов. Вот такие вот конструкционные саморезы мы используем для крепления поддерживающей доски. Они все у нас загерметизированы с помощью ленты Шаобенд. Вот такие вот пока мы работы провели. Примыкание к ригелям выполняем с помощью ленты Проклима. Предварительно грунтуем деревянную поверхность специальной грунтовкой для того, чтобы обеспечить качественное примыкание. И остается нам замкнуть пароизоляцию на стены. Но ее сделаем традиционным способом. Грунтовка и вот такая вот синяя лента от компании Проклима. Пока вот такие вот работы мы выполнили. Всем пока!